тепер із нами на зв'язку Арчил Ценцадзе, грузинський полковник, військовий дипломат і радник міністра оборони у 2014-2019 роках. Пане Арчиле, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Ми в очікуванні нової фази війни. Йдеться про цю операцію, яку буде проводити ескалацію на півдні і сході, і спроба рашистів закріпитися там, щоб була, бодай, якась їм перемога, очевидно, принести діду бункерному на 9 травня. Ваше бачення, от як експерта військового, буде ця битва успішною для рашистів чи все-таки для нас? Ну, дивіться, це дійсно зрозуміло, що всі військові формування, які були у нас на півдні, там, де вони старалися оточити Київ, вони зараз перекидуються на восточне, юго-восточне направлення. Я думаю, що вторая фаза, яку будуть росіяни планувати, вона дійсно буде как бы, затяжною, вона буде... в первую очередь нацелены на то, чтобы захватить как можно больше территорий и захватить как можно больше населенных пунктов, создавать какие-то опять псевдореспублики и вот это все использовать и постараться как можно больше этих земель захватить и все это использовать во время переговоров. Мы четко понимаем, что российская сторона, исходя из того, что ну, у грузинов были такие, как бы сказать, такой опыт с 91 года, 92, 93, 94 и дальше 2008 и так далее, что они никогда не выполняют свои, как бы сказать, свои обещания, свои договорные домовленности, как говорится. Они эти все переговоры, они используют для того, чтобы просто растянуть время для того, чтобы добиться своих других стратегических целей. И для них вот эти бумажки, которые будут подписываться, они абсолютно ничего не значат. Они в любом случае там, через год, через два, через три все равно будут стараться добиться всех своих вот этих поставленных целей, которые у них были изначально. Так что на них рассчитывать, с ними договариваться, это всего лишь какие-то временные меры, которые украинская сторона и мы в реальности должны использовать для того, чтобы повысить свою боездатность, боеготовность и давать соответствующий отпор. Да, вы абсолютно правы, они будут наращивать восточное и юго-восточное направление, они опять будут там стараться провести уже общевойсковую операцию, которую они в реальности уже проводят, и вот той бравады, и того движения колоннами, которые они хотели там захватить Киев и объявить, и поменять руководство государства и объявить о том, что они вот добили свои цели по спецоперации, это уже не будет там проходить. Они постараются создать такой стабильный фронт, создать стабильный тыл, чтобы они могли снабжать, чтобы они могли постачать там вооружение, технику, боеприпасы и так далее своим, как сказать, передовым позициям. Это для них, опять же, в реальности больше преимущества дают, потому что они производят оружие, потому что у них есть превосходство вооружения и техника в людских ресурсах. И я думаю, что опять момент того, когда будет подписываться договор, в любом случае подписание договора будет зависеть от реального состояния на поле битвы. Вот это будет определяющим, какой будет там временный договор. Я подчеркиваю, будет временный договор, потому что там долгосрочного договора с российской стороной никогда в истории никто не подписывал. Этот временный договор будет определять для нас те возможности, те экономические, военные и стратегические возможности, которые украинская сторона в течение этого договора сможет осуществить для себя. Ми розраховуємо на ленд-ліз від Сполучених Штатів Америки. Наскільки він буде важливим і чи можемо ми переламати ситуацію, не дати їм там окупатися, відтіснити їх кудись там подалі в свою Сизрань, ну чи бодай до кордону українсько-російського? Ну, дивіться, опять же, я от по своїй ініціативі, ісходя із того, що у мене був великий опыт, там, шестилетний опыт общения с американцами, і этот опыт грузинам і грузинской стороне помог перевооружить и переоснастить все вооруженные силы. Я постарался тоже опять использовать свои старые, как сказать, знакомства, старые контакты и постараться как-то, ну, все помогаем и все стараемся помочь государству Украины все, чем можем. Ну, то же самое делал и я.
будучи вот как раз 2 дня тому назад вернулся из Вашингтона и, честно говоря, проделал серьезную работу и по поднятию старым контактам и получению информации, как можно добиться много чего, как бы сказать, закулисно, добиться тех технических каких-то там деталей, которые потом помогают решать уже политические вопросы, какими путями идти. И один из вопросов, который мы обсуждали, да, действительно был ленд-лиз. Вы должны четко понимать, что ленд-лиз — это термин, который был использован еще во время Второй мировой войны, и американцы его очень хорошо помнят. Они его очень хорошо помнят, и им это как бы сказать, знакомо, и, им это хорошо на уши звучит, как говорят. И было бы действительно хорошо, чтобы этот ленд-лиз он был использован для украинской стороны. Но вопрос состоит в том, что ленд-лиз он не имеет каких-то там юридических понятий и законов. Это все опять по старому опыту, и абсолютно правильно, что вот первый этап, когда сам законопроект он был уже подан, и он будет на рассмотрение, я думаю, что его очень быстро утвердят, и исходя из этого закона, который, я надеюсь, будет принят, можно будет абсолютно по-другому поставить момент поставки вооружения и боеприпасов в Украину. Это уже неограниченное количество, исходя из того, сколько Украине нужно, столько будет получать и неограниченное количество времени. Главное, чтобы украинской стороны были четко намечены свои планы, было понятно, к чему мы тут стремимся, и понимать, что есть исходом для окончания вот этого вторжения. Я думаю, что украинская сторона, она в конце концов сформируется, будет четко понятно, на что наше, как бы сказать, политическое руководство оно способно, на что военные способны. Но я опять же надеюсь на то, что как можно короткий период этот ленд-лиз, он как закон уже вступит в силу и будет как и наращено у Соединенных Штатов, как и наращено и производство этого оружия, и поставки оружия. Еще один раз я подчеркну, что опять же самое главное, чтобы украинская сторона четко знала, какое оружие мы просим от американской стороны. Потому что технические они детали, есть законодательство, которое потом уже основано на технических чат. Но понимая четко, какое оружие, и для чего она будет у нас тут применяться, мы сможем уже более ефективно і активно двигатися вперед. Ну, українська влада наголошує, що нам зараз потрібна тепер наступальна зброя. Джевеліни, ми за них дуже вдячні. Але я вам скажу так, ісходя із моєго общення і встреч, которые у меня были и во время, моего пребывания в Соединенных Штатах и сейчас, американцы военные, они, честно, не классифицируют и не разделяют по классификации оборонное и наступательное оружие. Они это в реальности, любое оружие можно рассматривать как и оборонное, так и наступательное. Но единственное то, что мне говорили, вы знаете, что, вот, например, самолеты, которые бомбят, B-bombers, как называют, да, они могут быть рассмотрены как наступательное оружие, потому что они стратегические бомбардировщики. А все остальное, танки и так далее и тому подобное, это все вооружение, техника, исходя из того, как она будет применяться. Оно может применяться и для оборонных, и для наступательных. Так что четкой классификации, разделения этого оружия нету. Самое главное, чтобы мы понимали, для каких целей, для защиты своего государства, для защиты территориальной целостности. И я думаю, что абсолютно безразлично, как у кого-то оно будет называться, у российской стороны они все время будут называть, что это наступательное оружие, что они боятся и так далее и тому подобное. Нет такого. Мы обороняемся, мы не есть агрессоры. И это уже понятие того, что нам нужно оружие, которое мы сможем просто себя защищать.
Пане Арчіле, останнє дуже коротке запитання. Ви самі сказали, що ви були в Вашингтоні, і що там у вас були перемови, скажімо так, оф-рекордс, якісь там свої, зі своїми джерелами. Як змінилося сприйняття от в Сполучених Штатах Америки того, що творять расисти в Україні? Я зараз маю на увазі після того, як світ побачив, що сталося в Бучі, і ще, очевидно, побачить багато всього на звільнених територіях. Ви знаєте, у американців как бы кардинально помінялось отношение до Российской Федерации и до всех, как бы сказать, конфликтов, которые они вокруг себя создают. Я помню, 91-92 год, я с 98 года, до 2005 год, был defense attaché в Соединенных Штатах. И для них немножко было, ну, для них было немножко трудно понять степень присутствия, степень вовлеченности российской стороны в конфликты, например, в Грузии и в войне Грузии. Когда мы называли, что это не конфликт Абхазии и грузинской стороны, а мы говорили, что это в реальности война между российской стороной и грузинской стороной, это все было, ну, немножко не так воспринимали, рассказывали, что вот вы там что-то еще у них были, было очень много вопросительных знаков, и они очень, очень были против, пока мы не добились, пока реально грузинская сторона не смогли добиться того, что вот мы будем бороться с терроризмом во всем мире, и мы, грузины, да, в этом тоже, как бы сказать, будем участвовать. Мы не смогли от них добиться ничего, практически никакого вооружения, никакой техники. Но это был какой-то политический момент, когда мы смогли их переломить. Сейчас я вам скажу, что после моих встреч я, ну, встречался с теми же людьми, они, ну, некоторые выросли, некоторые ушли в отставку. И у них абсолютно другое понимание, абсолютно другое отношение. Пане Арчіле, на жаль, ми обмежені ефірним часом. Дякую вам дуже. Арчіл Цинцадзе, грузинський полковник, військовий дипломат, радник міністра оборони 14-19 років, був з нами.